10 августа в первом микрорайоне на территории у дома номер 7 сотрудники МУП ККП произвели спил деревьев. Причин для чистки территории сразу несколько. В первую очередь спиливают аварийную растительность, которая представляет опасность для жителей дома. Многолетнее дерево имеет дефекты, которые приводят к падению ветвей или ствола. А это чревато повреждением транспортных средств и объектов инфраструктуры, а также травмированием людей. Данные деревья высаживались много лет назад и сейчас уже ветхие с признаками гнили. Данная территория участвует в программе формирования комфортной городской среды. Кроме укладки асфальта, расширения парковочных мест и ряда других преобразований, на месте спила аварийных деревьев появится игровой комплекс для детей. Все изменения проходят по инициативе самих горожан. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.